Dance Republic для меня – это место, где ты встречаешься с друзьями, расстаешься с комплексами. Для меня Dance Republic – это творческое пространство, прежде всего. Пространство, где царит свобода, свобода самовыражения, свобода танца, свобода звука. Мы действительно любим то, чем мы занимаемся. Если говорить о детях, то мы правда любим детей. Мне нравится их учить. Мне нравится смотреть, как они раскрываются, как они двигаются, как они растут от самого простого к более сложному. Это прекрасно. Мне эта студия понравилась тем, что весь преподавательский состав очень высококвалифицирован. Здесь педагоги общаются с детьми на равных. Здесь прекрасные условия для танцев, прекрасные условия для роста и развития наших детей. Они с удовольствием сюда ходят. Dance Republic для меня – это разные направления танца. Танц, музыка, друзья. Веселье, танцы. Тут можно проявить свои способности. Добрые тренера. Много всего. Тут очень красиво, всегда светло. Много хороших преподавателей, красивые залы. Это студия, где можно завести новых друзей и добиться для себя чего-то нового. Больше всего мне нравится contemporary. Хип-хоп. Хип-хоп. Хип-хоп и джаз-фанк. 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 Джаз-фанк и хип-хоп. Мой тренер Максим Матвеев. Он очень хорошо танцует. Многому учит. Задает нам хорошее задание. Он может научить танцам. Всегда помогает. Веселый и добрый. Иногда строгий. Мне нравится. Мой тренер Карина Сикида. Она очень добрая. Если что-то непонятно, она поможет. Скажет, когда там ответит на вопрос по танцу. Красивая. Она очень любит танцевать. Очень красивая, и она мне очень нравится. Мастер-тесте мне больше всего нравится. То, что нас оценивают хорошие танцоры, они указывают нам на наши ошибки, и мы можем их исправить в будущем. Мы были на сцене, мы очень волновались все. И там было очень много зрителей. Понравилось выступать на сцене. Номер и последний выход. Судьи, как все танцевали. И там было очень весело. Мастер-тест нас очень объединил. About past mistakes, completely